Так, хлопцы, вот чемпионат мира в России, и как можно воспользоваться этим чемпионатом мира нам, украинцам, ВСУ Украины, то, что обещал Порошенко? Ну, надо вовремя, надо воспользоваться таким способом. Значит, массированное наступление на Донбасс. Как вы думаете? Я это поддерживаю, это не воспользоваться этим шансом. Ну, это второго шанса такого, может быть, и не... Это больное место сейчас для Раши. То, что они сотворили с Крымом, ну... С Донбассом. С Донбассом, да. Когда, ну, воспользовавшись ситуацией. Сейчас такая же ситуация, еще даже на Рауч. Да. Ею надо воспользоваться. То есть, получается, многомиллиардные втюхивания, вдавливания в этот долбанный чемпионат в России по футболу. Пускай теперь путятишно выбирает и Порошенко, чтобы не воспользовался этим шансом, он будет после этого преступник. Другого такого шанса не будет. Их там нет, их там должно не быть. И Порошенко то, что обещал, до сих пор не выполняет. И сейчас шанс для Порошенко самый наилучший. Просто освободить территории, хотя бы для начала теперь уж Донбасса. А там уже будем посмотреть. И Порошенко будет вдвойне, втройне, четверне преступник, потому что он и так свою каденцию просидел, обещая освободить, не освобождая, ни хрена не делая, только обворовывая нашу неньку Украину. Такие-то дела. Свободу Сенцову, свободу Кольченко! Свободу Сенцову, свободу Кольченко!